программа «Подробности» в эфире. В студии Алена Куколева. Сегодня поговорим о Сасовском летном училище, школе летчиков-профессионалов. У нас в гостях директор Сасовского летного училища гражданской авиации России Евгений Смольников. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. 9 февраля страна праздновала День гражданской авиации. Расскажите, какие-то традиции, как отмечают летчики-ученики в этот день, и конкретно вы? Ну, это действительно наш праздник, именно гражданская авиация празднуют все, кто относится к гражданской авиации в отрасли в такой большой в нашей стране, поэтому мы, естественно, всегда его очень празднуем. В этом году, например, я был приглашен на торжественное празднование в Росавиацию, где состоялось, приглашались все ветераны, приглашались работники гражданской авиации, выступал руководитель Росавиации Нерадько Александр Васильевич, заместитель министра выступал, Окулов Валерий Михайлович. Поэтому это на большом уровне праздновалось 5 числа. Но мы торжественно всегда празднуем 9 февраля. Это тот день, когда действительно была в 23-м году преобразована гражданская авиация. Оттуда начался отсчет. Ну, поэтому как проходит празднование? Это курсанты, это весь постоянный состав. Мы собираемся в зале, в нашем актовом зале. Концерт, выступление, награждение, поздравление. Все весело, интересно, красиво. Действительно, это праздник. И каждый чувствует себя причастным к нему. Поэтому всегда торжественно, всегда красиво. Всегда мы гордимся то, что мы есть работники гражданской авиации. Вот было время, когда мальчишки бредили небом и все поголовно мечтали стать летчиками. Вот расскажите на сегодняшний момент. Знаете, было время, когда все поголовно хотели быть летчиками. Потом был провал в 90-е годы, когда никто не захотел быть летчиком. Все хотели быть, ну, наверное, финансистами, юристами и так далее. Вот сейчас... И что происходило в этот период? В этот период набор у нас составлял порядка 30 человек. То есть было полное падение. Ну, были плохие, тяжелые времена. Начиная с 2006 года, 2007 года, значит, государство вкладывает большие финансовые средства в развитие. Естественно, появился большой спрос, большое желание. И сейчас мы видим подъем. То есть порядка 5 человек на место к нам приходит и поступает. Поэтому сейчас говорить о том, что не бредят, это совсем неверно, потому что бредят и не только мальчишки, бредят уже и девчонки. Поэтому мы принимаем училище не только мальчиков, но и девочек. Конкурс большой, желание огромное. Ну и сами посудите, что если мы принимаем ребят, у которых аттестаты только на 4,5. Проходной балл по аттестатам 4,25. То есть даже если есть тройки, человек уже не проходит. А требования при поступлении к мальчикам, к девочкам одинаковые или все-таки для девочек есть послабления? Ну, вот что касается требований, чтобы сказать всем по поступлению, значит, мы анализируем аттестат, то есть это должны быть представлены аттестат о 11 классах. Во-вторых, самое главное, пройти нужно медицинскую комиссию, там требования все одинаковые, что для мальчиков, что для девочек. Комиссия довольно сложная, это специальная врачебно-летная экспертная комиссия, она проходит или в Сасово у нас, ну, а так как люди приезжают с любых городов, то есть при аэропортах такие же комиссии и в других городах, естественно. Профессиональный психологический отбор – это тест психологический на то, что на устойчивость, на память, на реакцию. Вот. И сдача норм физкультуры, физподготовки, ну, как сейчас ГТО. Они, конечно, разные для мальчиков и для девочек, но их тоже нужно сдать. Вот пройдя все эти критерии, которые я сказал, физподготовку, ВЛЭК, врачебно-летную экспертную комиссию, психотбор и представив документы о среднем полном образовании, значит, абитуриент готов к поступлению. В дальнейшем мы анализируем, то есть сколько у нас бюджетных мест, и те, кто лучше по аттестату, по нормам, которые они сдавали, мы берем себе. Ну, наверное, какими-то качествами должен обладать человек, который мечтает стать летчиком, да? Какие-то должны быть качества? Знаете, я давно работаю, в принципе, да, и готов сказать, что должно быть для пилота главное. Главное – это должна быть дисциплинированность. Конечно же, желание. Ну, желание у многих возникает то, что быть. Но главное все-таки – это воспитание и дисциплинированность. О том, что воспитать в себе трудолюбие, выполнение всех требований, которые мы предполагаем, потому что в конечном итоге ведь правила, которые в гражданской авиации действуют и потом по которым летает наш пилот, они написаны кровью.
Поэтому, если человек готов к тому, чтобы соблюдать все законы, все требования, четко исполнять свои обязанности, то есть он дисциплинирован, тогда он может овладеть этой специальностью. Если он пытается как-то отойти в сторону, где-то схалявить или все, то есть это не место пилоту. По крайней мере, с такой своей характеристикой, с такой воспитанностью он не сможет дослужиться или дойти до того, что чем он мечтает. Летать на больших лайнерах, по большим странам, быть классным пилотом гражданской авиации. Вы выпускаете уже готовых пилотов, которые могут садиться за штурвал и в путь, или все же... Как потом происходит еще трудоустройство? Значит, вообще мы летное училище. То есть летное училище, оно дает путевку, то есть дает документ, который говорит о том, что он умеет летать. Поэтому подготовка производится изначально. То есть, да, естественно, теоретическая подготовка. После этого 100 часов пилоты наши, мы их учим летать, подниматься в небо. Они летают на самолетах Cessna-172, однодвигательные, небольшие машины, где как раз они получают, что такое, как взлетать, как садиться, как выполнять различные развороты, как предпринимать действия различные для посадки, для взлета. Это происходит в течение 100 часов. После этого 25 часов они летают еще на самолете L410 УВП-Э-20. Это уже большой двухдвигательный самолет, пассажирский самолет чешского производства. Там 19 пассажирских мест. Ну, то есть это максимально приближенное воздушное судно к магистральным самолетам, которые используются в нашей гражданской авиации. И только после этого он получает пилотское свидетельство, в котором ему присваивается, что он пилот коммерческой авиации. После этого, то есть если он идет в авиакомпанию, в которой есть самолет L410, он летает сразу в этой компании на этих воздушных суднах. Если же в авиакомпаниях таких самолетов нет, а есть самолеты Boeing, Airbus, там, другие какие-то типы, то, естественно, авиакомпания, принимая такого пилота, да, он пилот, но она начинает переподготовку его на конкретный тип, так в гражданской авиации, потому что он не летал на этом самолете. Поэтому проходится теоретическая подготовка, опять же, проводит сама авиакомпания тренажерную и летную подготовку, и после этого он летает на данном конкретном типе. И каждый раз, переходя с типа на тип, он переходит, то есть производится вот такая переподготовка. Вот таких учебных заведений, как САСовское летное училище, в стране всего 4. Я знаю, в 50-е годы переживало училище подъем, а вот в настоящий момент учебное заведение что собой представляет? Ну, вообще 3 летных, как мы говорим, а одно вертолетное, это в Омске находится. Да, действительно, в центральной части все они расположены. Это САСовское летное училище, Краснокутское летное училище, Бугурусланское летное училище. Значит, вот я хочу сказать, что сейчас именно подъем в учебном заведении, ну, конкретно говоря, о нашем, были вложены очень большие финансовые средства. Значит, мы провели очень большую работу. Построили взлетно-посадочную полосу, которой никогда не было и всегда мечтали о ней. Поэтому теперь есть училище «Полоса». Построили ее в 2012 году. Все, как раньше назывались, казармы, где жили курсанты, они стали благоустроенными общежитиями. Люди живут, курсанты живут по 4 человека в комнате. Ну, естественно, все есть. И душ есть там, и комнаты, и телевизоры, и компьютеры, все что угодно расположено вот в этом общежитии. Построили в прошлом, 2 года назад, столовую большую для того, чтобы питать курсантов. Вы ведь должны понимать, что мы не только курсанты учатся у нас, они и кушают у нас, то есть за счет бюджета, я говорю, все люди учатся за счет бюджета. Мы их и питаем, мы их одеваем в форму, мы их, будем говорить, отпускаем в отпуск или не отпускаем в отпуск, увольнительные есть и так далее. То есть все порядки, которые максимально приближены к тому, чтобы соблюдать дисциплину. У нас есть своя медико-санитарная часть. Вот. У нас свои учебные корпуса, в которых у нас построили вот в этом году и был раньше тренажерный центр большой, где находятся те тренажеры воздушных судов, на которых мы производим обучение. У нас есть командно-диспетчерский пункт, у нас есть стоянки для воздушных судов, у нас большое количество воздушных судов, на которых, ведь, если предполагать, говорить об этом, должно быть большое количество самолетов для того, чтобы поступающих 140 человек могли отлетать. У нас есть не только центральный аэродром, у нас есть площадки, на которых мы производим полеты в летнее время и в зимние периоды. Поэтому училище себя представляет авиагородок полностью, который был и сейчас он есть обособленный, который может производить. То есть в нем люди живут, учатся, отдыхают, конференц-зал,
спортивный комплекс очень большой, футбольное поле, ну, спортивные тренажеры. Все. Какова география поступающих и насколько активно поступают молодые люди Рязанской области? Ой, Алена, знаете, география очень широкая. И если говорить, можно назвать абсолютно все, наверное, вот регионы, которые нашей страны. Ну, я могу сказать, что максимально идет Москва. Максимально Москва, большое количество, Владивосток, Хабаровск, есть поступающие из Белоруссии, с Казахстана, Таджикистана, с Украины, ну, наши соотечественники, я имею в виду. Вот, поэтому Сибири, с Урала, там целая география. Сложно сказать, и в этой ситуации, вот если сравнивать так, что это не говорит о том, что тот, кто ближе, тот поступает. Допустим, сасовских меньше, чем москвичей, рязанских значительно меньше, чем москвичей. Вот, даже того же хабаровского людей или с Камчатки больше, чем рязанских, вот так нужно говорить. Поэтому сложный вопрос. Идут тот, кто здоров, тот, кто мечтает, тот, кто не видит себя без авиации. Вот, ну, наверное, так. А в каких авиакомпаниях выпускники потом работают? Все выпускники, конечно же, стремятся в наши основные компании, большие компании. Это Аэрофлот, S7, как раньше была Трансаэро, Россия. Ну, вот такие, которые у нас всех на слуху. Ну, конечно же, все эти компании не могут всех взять, да, поэтому кто-то летает в Петропавловске-Камчатском, кто-то в Оренбурге идет учиться, точнее, летать в Оренбург, ну, кто-то в Татарстан, то есть во все компании. То же самое, то есть компании присылают нам на третий курс запросы, что просят, допустим, каких курсантов, чтобы места есть. Курсанты идут туда, куда они хотят. Поэтому каждый стремится овладеть английским языком в достаточной степени, потому что это основное требование сейчас. Вот, и выбрать ту компанию, которую он хочет. Спасибо вам большое за интервью. Мы желаем успехов, масштабного развития вашему училищу и всей авиации России. Я напоминаю, что в гостях у нас был директор Сасовского летного училища гражданской авиации Смольников Евгений. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо вам.